непобежденным, непокоренным, бессмертным солдатам Великой Отечественной войны посвящается. Второй год подряд юг Испании вновь поддержал всемирную акцию «Бессмертный полк». Несмотря на палящее солнце, по бульвару Сан-Педро в Марбелии прошествовали более 300 потомков ветеранов Великой Отечественной войны. Мой дедушка, дедушка Дима, он родился в Беларуси и отправился в 18 лет на фронт. Служил он в белорусском фронте и попал в плен, бежал из плена, спас при этом женщину с ребенком. Это дедушка Дима, и меня назвали в честь него. С Днем Победы! Ура! Ну, память! Шествие организовали ассоциация «Тайга» и русская школа номер один в Марбелье. При поддержке Россотрудничества и ассоциации «Благое дело», испанской ассоциации волжских казаков и частных спонсоров. Как и в прошлом году, венцом праздника стал концерт. Также «Бессмертный полк» прошел в Мадриде, Барселоне, Аликанте и впервые в Салоу. Победили мы все вместе. Советский народ победил. И наша задача сохранить эту память и не разделять русский, украинец, белорус, казах, да кто угодно. Мы были все вместе, мы были братьями. Михаил Блохин, Катерина Блохина, Марбелья, Испания.